Сумонить. Так, у нас 10% апа нету. А, нет, есть. Правильно, что ты погулял? Так, что там? Самаранди не нахуярится к концу рейда, то есть. Ну да. Что там, у Камы так и не дали свет? Видимо, нет. Странно, хуйня какая. Здесь еще могу в ретрик аспектнуться, если хп придет. Так. Ты что, для ДС какой-то слот лишь? Этот, Синдор. А он будет? Да. Там это, Лекса сидит. Ну, я понимаю, но... Там как бы очень слабый ДЦ был в прошлом рейде. С таким ДЦ вы и даже йога не в комнате нихуя ничего не сделаете. Какой ХПС был у нее, это просто пиздец по полной. Не в обиду ей, но очень слабый игрок, типа. Поэтому, ну, хочу, чтобы Кама хотя бы закрыл это, но он сейчас зайдет. Хотя бы йога, чтобы закрыли. Что за маг, няш-мяш, ну-ка. Эльдар. А. Может, уже рейд поведешь, нет? Не заебывай, пожалуйста. Пожалуйста, меня не заебывай. А что стоим, чистить можно уже? Не знаю, что стоит. Няшер, руби стрим, пожалуйста. Душно после дождя, это пиздец. 4 профа у мага. Ну, пацан готов, заряжен. Давай посмотрим. Просто такое дело. Совы нет, конечно, это печально вообще очень. Ладно, там Синдор что-то межуется, пусть. Че, не хочешь Синдор? Да, чуть почилить давай, хочется. Давай, ну, блядь, его дело. Чё? Блядь, человек. Ну, может. Потом... Я как бы сам не хочу идти, мне тут работа. Давай, на твое место не пошло бы, сказал Няшер. Я пойду, типа сейчас Кама придет, он сразу поменяется со мной. Ну, просто я КД не хочу на лока вешать. Как бы тебе хотел помочь, у него тут 4 лока в пати, все афлики могут быть. Ну вот, пусть нахер идут. Я не знаю, как мне сейчас в первом рейде убивать. Ой, во втором, типа, хз. Может, ты все-таки не ошибаешь, пока Кама не придет? Что там первые три босса-то? Все равно к этого в обычке бьешь. Левиафана. Да-да, взял. Как раз один слот оставим под Каму. Но все равно рано пользу свет дадут. Этому ждали Олегу. А если нет? Ты будешь лучшим РЛом третьего состава. Если нет, ты, блядь, хранителем меня возьмешь и все. Я сейчас как раз закончу работу к этому моменту. Все, тогда пусть вот так идите и все. Части лидера дам. Я сразу залечу, если что, если ему свет не дадут. Кто там всем? Пусть дискорд заходит. Ебать, духота, пиздец. Эй, у нас дождь прошел, заебись, месяц был вышло. У тебя там танки новенькие, вот этот наше молоко. Смотрим, как он танчит. С нервы реки будет пока. Похоли пал, у тебя эрдру и шаман новый эршам.
гостей посмотрим. Дискорда посидим, посмотрим стрим. Давайте вот спятку. Вам в тот канал. Гвозди. Есть возможность запустить кто-нибудь стрим от лица Хила? Есть. Ну, спасибо. Что там вначале стоите? Народ, а что мы в Долоране там делаем вообще? Тут как бы чисто трэш уже. Срезать на что? Давайте поле для. Что, Холидес? Я не услышал, извини. Да, да. Что? Я не услышал, что? Обеих, я не к тебе обращался. Все, понял. Я еще тоже не услышал. Я говорю, ага. Если еврей не придет, то давай осколки Холидезу. А. Все оттуда выйдете? Быстрее, быстрее, выезжаем все оттуда. Ну кто осадку кинул там? Пиздец. На спринте. Угу. Чё, зачем было спасать её? Потому что сейчас бы вайпнулись, если бы она там осталась. Он бы пошел её бить, зауешил бы всех. Mm-hmm. Так, кто умеет стакать каучатан? Давайте плюс в чат. Четверо только? Вот все, опять человек садится в разрушителя. Все, остальные в осадке, пассажирами в осадке. Мобов сзади убийца.
починиться потом не забудьте. А, по-моему, плюс 0 стоит. Да, у нас не хэм. В обычке бьем. Понятно. У РЭВа свет отключили, времени до хера проебали. Все, садитесь быстрее куда-нибудь. Садитесь. И заезжайте. Кто там стоит? Плаги, заезжай. Кого эхо? Раз, два, три. О, все, вырубили. На мотоках масло не разливается. Чек на пул. А, вы еще не долетели даже, красавчики. Лок поставь в шкаф. Готовы на 100%, да? А чё, где вы есть-то, ребят? Да может им не надо рейд, блядь. Африк только на йоге нужен. А вас ОМОН прессуется. Чё, тебе дали сетка? Олег. Тебе дали свет, да? Нет. А чё мне пишет, я захожу? А, ну тебе дали, ещё заходит. Мак тут, не жмешь, который. Не, может он, конечно, наебывает меня, он говорит, я в кампы приехал. Няшеру хэми хотите? Нет, какой хэм. А если подумать? Да время потеряли до хуя, не сказал в обычке. Здорово. О, здорово. Эл, привет, РЛ. Сори. Наверное, во сколько? Говорит, компы приехал, пиздовол, блядь. Компы приехал, блядь, пацаны, ради вас, блядь. Пока такси, пока чё, блядь. В компах там пока скачаешь Сирус, блядь. А, блядь. Ничего. Сегодня компы что ли будет? Что такое случилось, блядь? Вас там Хантер не слышит Дискорд. Слышно, надо перезайти в Дискорд. А чего не бьете-то в обычке же, там вообще посрать? Да я не знаю, там вон грозовой везде. Что-то челики, вон маг. Этот в седых холмах паладин. Блядь. Кап, дайте еще раз. Короче, в Дискорде, пацаны, не флудите только. КРЛ разговаривайте, не ашли все. Кто там новенький в рейде, кто первый раз в гильдии, первый раз идет в рейд. Если кто-то из-за лута начнет что-то выяснять отношения, какие-то сразу кик из гильдии. Это так, сразу, линфы. Значит, фласок один раз вам скажут, насчет потов один раз вам скажут. Как вы их будете пить, как вы их будете использовать, все будет сказано на вашем луте. Потом. Путюхаете в кабину с командой, то же самое. Если будете без команды в каухать, то же самое. Тоже будет сказываться на всем. Ну, я думаю, вы уже прочитали там, надеюсь, все эти каналы в Дискорде.
про правила, про лут для новичков. Это я так вкратце просто рассказал. Владыка уже тут, нет? Так, бьем в обычке, остановку не надо будет делать. Просто заспамливать его. У кого место свободное, что я слышу? Да я не рассаживал, так сами, Сера. Кто стакать умеет. Короче, это надо менять вот этих двоих, ребят. Да нифига. Владык ужаса. Кота, поменяйте просто его на кота, у вас кот на замене сидит. Не надо никого. Какой бласт? Да, бласт. Если челика в кота, сразу замену, все. Не надо никого ждать. Владык ужаса здесь. Кама, короче, да, у тебя здесь один челик на замене, типа, он мне писал. Бласт, короче, у тебя. Я понял. Если, ну, он тоже, походу, АФК что. Если кто-то косячит, сразу меняй. Или АФК что-то сразу. То мак АФК что? Да нет, да, бласт. Ну, у вас еще мак АФК что? Ну, мак, да, да, его и хотим заменить. Ну, давай пока так, убьем. Да, пуляйте без него и все. Хера, да. у них сетап лучше у меня. Чем без него пуляться можно, блядь, с челиком пульнуть? У вас там хант, по-моему, не слышит в дискорде никого. Хант, да. Что, замученный сядет, нет? Замутанный, замученный, блядь. Ну ладно, тут. Может, все кикать и мага, все. Не хочет играть, если что. Чего ждать его будет тот, что. Давай самолем махом. Вас тыкните. Пусть на замене сидит. Кто будет косячку менять. Вот и все. Эрик, пошел один канал. Эрик, тут? Угу. Наверх. Так, все, давайте рассаживаемся. В разрушителях по двое все сидят. Становки никакие не делаем, тупо клашедан собирается. Если 25 и меньше будет. Чек на пул. Ну, масло не разливайте только на мотоцикл. Да, мотики масло не разливаем. Все. Все, пуляйте. Осадки. Погнали. Просто колчедан успамьте все. Осадок, кто в осадках сидит на пушке, сбивайте колчедан. Пассажиры в осадках, сверху летает колчедан, надо весь сбить. Уже сейчас. Быстрее сбиваем. Красный тоже сбивать надо. Алло, алло. Каланта? Да, чё? Короче, у вас в этом канале никого не слышите, не может говорить, а выше канал заходит, может. Прыгните все в первый клип ГРТ 25. Я не знаю. Проблема. Перекинь. Сейчас это что, прикол. Все нормально, здесь слышно? Да, здесь слышно. Блять. Налетели коршуны. Это такая милая атмосфера была. Это бред какой-то вообще. Все, пошли, блять. Пошли в ниже канал. Так, ребят, кому шмотки нужны, просто линкуйте свою. Если нужна шмотка. Плаги так стоят. Давайте рыбу ставлю. Бафаемся.
Че, никто не разберет даже? На 100 танки Нир и наше молоко, да, 2 прота. Угу. Нир же, по-моему, ретрик, нет? Не, подожди, Маранди. Не наше молоко. А, Маранди, шлиц. Ретрика спекас. Не, ну Нир в ретрика, да, спекас. У тебя же есть вроде спек там в ретрик. Ты как ДТ идешь? Не будешь танкала. Ну танков все равно ролит, по-моему. Да. Никто тут не ролит, просто линкуешь и все. Улак все, рыбака, вайф, ласки пьем. Все палы полипауэр скачали, аддон? Раскидали бафы там, кто что бафает? Все, но у меня только кулака почему-то нет. Я отпивался. Все, понял. Олег, гарпуны я типа активируешь здесь? СС не надо никому. Ласки выпить или наше молоко, рыбу поешь. Ты же ставил. Ладно, стоит еще воронку. Владыка уже ласку выпил. Все, арча на пол. Все, погнали. О, сейчас садится Гера, давай шума. Пол ДПС. В принципе.
Там ты слышишь нас сейчас, нет? Слышь. Все, здорово. Все, пушка активируется. Угу. Морды не стоим. Выведи, отведи немного, у нас лужа здесь сзади. Или оранж. Все-все. Как хилы тебе подохли, интересно? Под рожей? А ждем, пока добавь спадем. Пойдем на Эггинс. Наручи никому не надо? Угу. Пока на замене, маг, я слышу. Эй! Да-да, пуля. Каванта не надо ролить, просто линкуешь шмотки свои и все. О, конечно. Ладно, вкусно. Привет, ребят, слота нету, как понимаю. Нет. Можешь на замену сесть. Прям накосячь тут сразу меняем. Мастер ауру, у всех же паладин сесть? Мы кастой кикли. Гриб работает. Стандам. Бля, команда я ханту. Ладно, пускай трейд даст. Хан, дай роги трейд. В
твои пальцы. Как время будет, так кинешь. Я бы где-то написал кинь, Патя. Я отдал уже. Кто-нибудь станом? А, все нас. Все раз, бай. Шама, лестница. Морда, не стойте у этих мобов. Все в мили подойдите. Чтоб не чаржился к нам. Все в мили прям под жопу. Там стоит. На сосредоточение же мастера аура даем, да? Угу. Все, скажу очередность. Первый Нир, Мастер Аур. Второй Холи Дев. Третий Войд Лайт. Танка наверняка нету, да? Вот, любом билд. Сокраюсь. Да, сейчас нет, сокру не надо. Первый Нир, второй Холи Дев, третий Войд Лайт. На четвертый Гаштан сокру. Сериал у нас сосредоточение. Все услышали, Паладин? Присоединиться? Занимай Нир. Я заложу на огонь. Все, как первый отдал, вот эту ауру освобождай. Третью занимай, Нир. Зачем третью брать? Огонь брать надо. А, так мы, чтобы не подкидывало или от огня? Чтобы сразу не подкидывало. Ну, чтоб слава не ловить. Кто босса, кто адов? Назад. Маранди босса давай, по один адов. На пол Маранди. Чек. Сейчас ДБМ пул, условия атак. Деру со старта. Антмобок, если что, развивает, когда танк будет заводить.
Срал. Найс. Все освобождается, другой пал забирай. Масс. Третий паладин. Нет, у тебя там не скоро откатится? Через одну. Ну все, сокру, дашь туда. Танк. Проанонси тебя, а то я моба убью. Угу. Нир, освободи. Бля, меня в ковш взяли. ДК забери, ДК забери. Я ДК. Пульте. Давай сокру, топкаст. Я в ковше был. А, ну да, да. Ладно, хуй с ним, да, так нахуй. Так там кнопки жать можно, или сокру нет. Я не помню вас. Странно, он вообще не должен танка брать, да? Ма, нет. Ну все, хотя может добьем. На всякий случай возьми ауру. Станчик, возьми ауру. Я массу кру дам, если что. Напиваем босс. Лестница сразу. А, это. Что? Пояс никому не надо? Моба спулили. Моба. Хуёво, забирайте, убивайте. Наруч. На оф. Я не откажу себе эти моба. Он убьёт нас. Вот этот топор на ретрика идёт? Да, почему нет? Идёт и даст. Кому не надо? На этого. Не знаю, лучше у нас крия будет или нет. Ну, нет, наверное. Да, вряд ли. Нортик этот вид. Техника побивать в первую очередь. Выведи.
А, ой, то дай этому Норику. Угу. Я и думаю, что у него 219. Сейчас отдам. Нурик, остановись. Здесь у кого-то из танка есть спек ДД? Маранди. Есть. Скоро реально, походу, еще четвертый статик будет, блядь. Столько челов пишут. Норик, ты тут? Так, грыб ставлю. Подниму мину. Че, мама не сбегается или че? Лестница, может, нет? Да, лестница пропаганду. Сразу лестница, как с боя выходим, все, кто лежит. Буас тут, нет? Что там стоишь? Бьем в Гере, все бурсты на сердце отдаем. Геру тоже на сердце. Все милики под левой ногой стоим. Белую выносим под правую, черную далеко из рейда. Черную лево-право выносим, да. Босса, кто танчит? Наше молоко. Маранди спекнулся? Спекаюсь. Давай, теперь чё? Маранди, настой. У меня настой севера. Настой севера — это не настой, который нужен. Чё, пулить? Да, пулять. Здесь на топот все сейвы там жмите свои. Пота на сердце оставься, вот стык как мужество. Все милики под левой ногой стоим. Надо выделяться. Метка далеко из рейда. Все хорош. Делай, выйди, ты всех дамажишь. Геру бурсты. РДД залейте и трэш слева. Блять. Под правую ногу с белым. Ну, кто с белой? Быстрее нас. Быстрее надо выходить. Всех дамажишь. Искру залили, все. Свичнулись. Все, мы скоро свечимся сразу.
милики. Танк тоже там, типа, по возможности. Да, да, да. Готовились, стопы все скоро. Все, сэвы там сегодня нажимаем. Я массакру дал. Нормально. Ага, искру быстро. Черный из рейда вышел. Так и сбоит, что сложно. РДД с белой. Надо ближе. Ближе подойди, подойди, ближе подойди. Воскрус. Быстрее залить. Меня за. Черным выйдем. Уж совсем куда-то Долоран пошел там. Лево-право выносить, чтобы вас хилить надо. Левую вынеси быстрее. Правую ногу. Быстрее надо было выносить. Нормально, что там искру. Искру. Убили. Парни ушел далеко. Брус, бру. Свечнулись все до топа. Массакру дал. Нормально. Кровь убить. Вышел с белой. Закрываем. Черный вышел из рейда. Залезли. Скро. Там. Белого. Все так, стой. Не обязательно прям по ногу вставать, если РДД. Нормально. Искру. С черный вышел кто? Милик. Не в ту сторону. А я, блядь, коч нажал. А, понял. Черного танка лестницу. Да, отойдите от танка немного.
Поднимись на лестницу немного. Это всё. Нормально так. Да, да, так нормально. Белый вынесет. Искру убейте. Блять, кинжал какой-то выпал со времен Макса, да? Поги на офф, никому не надо. Ок, ты можешь вставать, портоваться. Вестибюль. Чё, чистим? Да, подожди, сейчас. Все по это тэпнут. Ни одного хила не вижу. Там. Кант, ты чё там линкуешь? Тут пока что жезл. Кама. Давай, блядь. Тогда я на наксовский. Думаю, что здесь кому-то еще надо. Вот. Ну и то он, блядь, что-то ярче смотрится, я посмотрел там, блядь. Всему, блядь. Мелких заливаем сначала, костыки прям. Танки. На танк чепуха не нужна никому? Да нихуя себе. Есть уже, к сожалению. Хороший путь. На оф давайте, кому надо. У двух протпалок есть что-то даже. Нормально. Жестко, жестко. В собрании хэм няшер мы не вывезем, да, скажешь? Не. А там что, фиксить эту хуйню как им собираются? Походу нет. А кто что-нибудь писал на форуме? Да, Эльдар вроде писал. Метки, не стойте там, блядь. Давайте резать сразу. Куда он тут, блядь, с этого залей? Тут слева трэш бери сразу. Сейчас пройдем чуть-чуть. Ну, блядь, не всех, конечно, обязательно было брать. Еба. Напуливает что? Да, мы хильцы, блядь. Мелких заливаем со шаворемонтников. Забаньте большого. Ну
Что, забаньте? Вот. Он забанен, да? Он в бане забаненный. Что... Не, не, он до этого тоже в бане кастовал что-то там. Он двигается просто. Авенсор, чё там с тобой случилось? Я пока стою. Настройки на минимум ставил. Сейчас отвис, вот бегу. В каком режиме будем бить? Обычки. Обычки? Не, мы не убьем хрен. Спекаться в соло. Не-не, Маранди, спекайся. А среднего делали последний? Давай я в соло затанчу. Не надо, там перегрузка будет. Будем это один танчить. Дебаф, рыбу кушаем. Давай, Маранди, тогда забираешь среднего мелкого. Мелкому каз сбивай. Протопал, давай большого тогда танчишь. Потом заберешь среднего, как убьем большого. Я по КД ему не смогу сбивать. Да, с тобой плеги будет, Рога. Нет, ты сбиваем его. Сбиваем его, главное, этот. Кам, блин, там. Там плеги, плеги знает, что делать, он собьет эти касты кикать. На пол большого в протопал. Печеньку. Рога там уже стыка разберется, тоже напуливай. ДК мелкого бери, рогу среднего напуливай. Тварь, чиновка. Ласт. Ласт. Все, давай добьем пул. Бьем большого. Мужики, во мне горит железное собрание. Иди, ответи, знаю. Танк диспо сразу. Урон, урон, давай меняемся сторонами. Молоко, иди к синей метке. От мелкого отбегите. Ну все, ты наш молоко далеко. Ты и так далеко стоим от мелкого. Можно было не убегать. Вот, давай, может. Среднего, может, там у тебя.
почему все точно так же делаем. Разбежались? Разбежались. Далеко убегать надо только до Лорен. Так, стенку. Блять. Ну можно встать, веди к синей луже. Краешку стоим. Далеко поставь. Поближе еще. От мелкого от отбегите. От мелкого отошли. Да мы нормально стоим. Разбежались. Разбежались. Каст. Где? О. Не, Алексей. Готовились. Разбежались. Когда говорят разбежались, надо от синего уже отбежать. Да, все стоп касса. В том числе и Мирикам, и танку. Да, обратно место. Мы как раз забиваем. Забиваем, забиваем, забиваем. Все мелкого там оставь возле синий. Достаю эти билики. Геру, давай сюда. Да, да, да. Давай, Геру. Когда будет взлетать, все отбежали от него. В разные стороны комнат и убегаем тупо. Даже тогда уже можете маленько разойтись. Загрузка, отбежали все. И сейчас он, скорее всего, взлетать будет. Что не будет? Вот, да, все, все, разбежались все от него. Смотрите, куда он летит сразу, там, примерно думайте, куда будете отбегать. Никто не умрет даже? Бывает. Жесткие. Ебать. Кама, есть же? Есть же. Эрик, у них никто не умер на магнет. Ну, жесткие. Жесткие, блять, Эрик, лучше, чем твой рейд. Получается. Получается, да. Мы духом сильные просто. Есть же. Каст. Каст. Лоун, что это за говно? Ну, Ольдар, ты головы упала. Наколепала. Кому надо, давайте. Конечно, никому, но спекнешь кому-то. А, вот уже надо. Это на голову. А, да, это голова. На прям смут там хуста. На успех кому-то надо. Хорошая голова. На третий спек, на трансмут. А второй можно? Я зачарю на резист какой-нибудь. А, ну давай. Эдар, слышал он трансмут на резист там? Спасибо. Эдар, слушай внимательно, впитывай. Не, ну нормально тема. Да ладно, у меня нормальная башка. Не-не, это же лучше. Сейчас ты еще 2 тренинг с Мимирона упадет. Шея, что, никому не нужна? На оф. Что, блядь, ребята? Кому ничего не надо?
Сюда, пацаны, заряжай. Сейчас, Аляшу раздем. Да-да-да. Войд вылетел. Сейчас перезагружу его. Давай-давай. Давай, быстро только очень. Пауза будет перед Хадиром. Трэш почистим когда. Сделаем 5 минут перерыв, покурить сходим.